28 февраля 2022 года знаменовалась сходкой студентов Казанского университета. Молодежь осудила голодных преподавателей медицинского факультета, которые отказались работать бесплатно. В этот же день, в 28 году, Центральным комитетом было принято решение о переводе татарского алфавита на латиницу. В 40 году осудили и отправили в Казань Сергея Королева. Знаменитый конструктор попал в авиационную тюрьму НКВД ТССР. В этот же день в Казани испытали новый самолет с реактивным двигателем. На высоте 2 километра летчик Федоров отцепил трос и, отлетев от самолета-буксировщика, включил двигатель нового поколения. Он успешно совершил полет и вернулся на землю. Это стало историческим событием в отечественной авиации.